кто шагает дружно в ряд? Багировский наш отряд. Девочки, иду по дороге, знаете, почему? Угадайте, посмотрите. Видите, тут хоть можно идти, а здесь ходить невозможно. Вот так, как научу боксарский вчера. Понимаете? А потому что невозможно. Сейчас проедет автомобиль. Вот. И не пойду я по тротуару. Не пойду. Я уже пыталась сегодня пойти по тротуару. Просто никак нельзя. А можно убиться. Хочешь убиться, иди по тротуару. Вот мужчина тоже идет по дороге. Посыпать не могут. Чистить хорошо, что чистит. Вот мужчина идет, видите? Потому что я говорю, посыпать что, не судьба, что ли? Вот песок, не судьба посыпать? Как идти? Чтобы я, короче, блядь, сломалась, что ли, вся там? Бабулька сейчас идет с палочкой гулять. Говорит, вот как вот гулять? Старики гуляют, девочки. Ну как? Блядь, вообще не думают о людях. Вообще. Здесь дети гуляют, здесь мне там в садик идут, да и со школы идут. Ну что такое-то? Собиралась. Забыла салфетку эту для пыли. Нашла, купила, короче, вот эти розовые тряпочки. Забыла. Хотела взять и забыла положить в ведерко. Вышла на улицу, смотрю, у меня нету тряпочки. Вот. Пятерочка зашла по сигарету, купила и вот эти тряпочки. Посты. Раньше я покупала, стала вытирать. Пойдет. Ой, слезы текут. Ветер дует. 12 часов собралась. Хочу, вот знаете что, вот не перестаю удивляться людям, что за народ. Одна пишет, значит, там. Вот. Я не вижу, чтобы вы занимались своими собаками. У меня одна кошка, я с ней играю. Вообще, в смысле вы не видите? Я что, 24 часа на 7, что записываю видео? Это же надо подумать, так сказать. Я думаю, что этот человек уже, я не хочу оскорбить, возрастной, это без оскорблений, да, лет 70. Угу. Потому что уже там шарики за ролики заходят. Потому что, ну, это возрастные изменения. Вот, как я понимаю таких людей. Потому что нормальный человек с нормальными мозгами не напишет это. Она сидит, конечно же, заняться в квартире нечем. Там какая-нибудь городская дамочка такая. И сидит вот она, играет с котом. От них хоть делать. Вдова какого-нибудь генерала. Понимаете? И я вот должна открыть телефон, записывать ролик и заниматься играми своих собак, блядь. Вот! Это я так представляю. Таких людей. Как я представляю таких людей, таких комментаторов. А вот так вот, девочки. Больше на ум ничего не приходит. Пришла я домой. Смотрю, короче, микроволновка моя стоит это на полу. Думаю, сломалась табуретка, что ли. Вон она стоит, это самоделка. Это у меня еще прошлогодняшние квартиранты-строители. Видимо, кто-то приходил, наверное, в гости у них сидели. Сейчас буду пылесосить, девочки. Пылесосить буду. Так. Вон ванная у них, посмотри. Пиздец. Посмотрите, блядь, ну неужели трудно за собой вот этот навоз помыть? Вот вы моетесь, да? Горячей водой просто обдай и все. Девочки, ну как так? Скажите мне, пожалуйста. Ну как так, блядь? Ну это я не знаю, девочки. Блядь, я для стекол прыскалку забыла. Ну ладно. Ну как так, а? Хоть мужики, не мужики. Вот такие засранцы. Пыль, говорит, придите, протрите за батареями. За батареями. А что за батареями пыль протирать? Я за батареями протирать не буду, я батареи сверху протру и все. За батареями придите, протрите пыль. Блять. Зачем я буду за батареями протирать? Тут все обоссано, все надо вымыть. Пол протереть. Ну, короче, поехала я заниматься делами. И все. А что делать еще? Все, сходила на фитнес, позанималась час. Сейчас, может быть, где-то час 10. Девочки, вся вспотела, вся взмокла. И я все сделала.
чистоту и порядок навела. Я что хочу сказать? У меня ребята вот молодцы. Я просто, знаете, выходила курить. Курю я сюда, на балкон, в квартире, в новой. Ну, я курю, потому что девочки у себя. А здесь я как у себя, так и в гостях. Вот. Ну, у меня балкона нету. Был балкон, я на балконе курила. А на толчке в закрытом пространстве не очень-то хочется курить. Угу. Молодцы, по поводу чего? Смотрите. Я просто проконтролировала. Под балконом обычно мужики бросают окурки. Ни одного окурка нет. Видите, да? Это очень большой плюс. У них стоит баночка для сигарет. У них стоит... Блядь, ну что я сделала? У них стоит баночка. И все а-ля улю. Самое грязное было, это, естественно, пол. Но они уже живут практически 2 недели. Пол был самый грязный. Ванная и унитаз. И батарея. Батарею-то намыла я на кухне. Вся вспотела. Хотела здесь протереть, а не стала протирать. Короче, чисто тут. Что у меня здесь? Масло стоит. Я думаю, ребята будут довольны. Я пропылесосила все тщательно. Пол помыла. Ну, пол помыла как? Самое главное, в прихожей, да, и на кухне. Здесь-то полаз. Так, края, короче, протерла. Время первый час. Нормально, короче. Все хорошо, девочки. Я, главное, довольна собой. Ну, потому что квартиру должна мыть я. Нет, я просто почему говорю, да, вот то, что вот за собой можно было протереть. Там унитаз, да, блядь, они же вдвоем живут, не один же человек живет. Они же друг за дружкой ходят на унитаз. Это все же гигиена. Ванную, да, губочкой, даже если даже без химии. Просто вот ты помылся в ванную, раз кипяточком обдал, и губочкой протер, и уже так, она бы такая засаленная не была. Вот. Как они друг за дружкой ходят, блядь, не брезгуют, я не знаю. Вот. Все вымыло. А в квартире тепло, я не знаю. Мне даже жарко. Ну, они мерзнут, девочки. Они даже, я сейчас увидела... Они даже вытяжку закрыли пакетом в этом, в туалете. Пиздец какой-то. Пиздец, девочки. Вытяжку закрыли туалетом. Тут туалетом, блядь. Пленкой туалетом. Чего я болтаю? Ну, что я несу постоянно? Вот. Все вытерла, все натерла. Все протерла. Все везде порядок. Все везде, девочки, чистоган. Все везде, полочки чистые. Перчатки вон порвала выкинуть. Все везде. Мыто, ванна блестит. Как с магазина. Как с магазина. Вымыла все. Вон швабру повесила так, чтобы просохла, да, не кисло. Все чистенько. Раковина чистенькая. Мыло на губочки убрала. Вот. Все везде, видите, красота. Чистоган. На этого, как она брызгала освежителем воздуха. Прям вкусно пахнет. Фруктовым. Все, все чисто. Вот эту щетку тоже вымыла всю этой хлоркой. Видите, унитаз тоже весь новый. Все чисто, все чистоган. Все чистоган. Ребятки придут, скажут, ай да молодец, Олечка, ай да умница. Вот. Здесь тоже полку даже пустая, протерла, короче, пыль. Там пыль была, тут протерла. Пылесос, правда, не мыла. Ну, хер с этим пылесосом, пизду его. Его надо обязательно помыть. Ну и ладно, потом. Вот. Водорельку вымыла. Все чистенько, все везде, девочки. Стулья все протерла, микроволновочку свою протерла, внутри не смотрела. Прогибаться не стала. Пол чистый, намытый. Ой, свежестью пахнет.
Пить хочу, домой хочу, девчонки. Вон, видите, вытяжка замотана пленкой. Ну, вот так. Все хорошо. Нет, я, конечно, ребятами очень довольна. Вот. Очень довольна. Молодцы, что бычки не бросают. Вообще, респект им, конечно. Респект. Даже я вам об этом не говорила. Ну, сами догадались, да, что нехорошо. Вот телевизор они купили. Купили телевизор, приставку. Говорят, хорошо работает. Я не знаю, сколько каналов. Хотят мне его оставить, а мне он надо, этот телевизор. Что с ним буду делать? Ой, не знаю ничего. Все, короче, мои любимки. Буду собираться, мои ворчуньи. И в домик я пойду. В домик. У меня там ждут мои детки. Там тоже дела. Я такая прям вот вся в фитнесе, такая вся спортивная девушка среднего возраста.